Всем привет, с вами Смурфик, и сегодня мы поиграем в игрушку GTA 5. Сегодня у нас гоночка. Эта гоночка у нас идет классненькая такая вот, с этими ускорялочками в заднице, которая находится. И что, я серьезно первый впервые в гонке? Так, это у нас... Да, я впервые в первой гонке. Так, надо сейчас на Е нажать, на Е, на Е, на Е, на Е, на Е. 3, 2, 1. Шты. Вот это я даю вообще. Жестко, однако. Контактная гоночка у нас. И чё, почему он меня догоняет? Ну ты, чел странный, реально. Ты, дядя, вообще офигел. Взял, столкнул меня. Козел драный. Вот козел, а, вонючий. Серьезно. Вот взял, столкнул меня. Ну вот так тебе и надо, умер, да? Чертила. Я тебя догоню. Зараза маленькая. Ну, короче, в предыдущей гоночке по GTA 5 вам понравились. Я решил снять еще. Скоро будем снимать с друзьями. Да. Одному скучно тут, я вам так скажу. Ну и напишите в комментариях, опять же, что мне снимать самую... Ну вообще любые комментарии сейчас попадают в ролик. Вот любые. Вот что хотите, пишите, вот любые в следующий ролик вставлю. Я вам отвечаю просто. Ну и в этот ролик я все вставлю. Самые смешные, самые классные комментарии. Ну... В принципе, я тут отвык реально от Форзы. Считай, тут разные идут. Разная физика идет, разные гоночки такие, все разное. Я реально отвык уже от этих всех хреней. Че, реально? Серьезно, надо было вот эту штучку, что ли, взять? А куда тот тогда поехал? А, тот, походу, все, не увидел это. Ну, нормально, нормально. Или он первый еще круг только проходит. Ух-ух-ух. Твою налево. Что происходит? Что происходит? Вы видели просто это? Так, это чекпоинт я взял. Почему его заново мне дают? Коми. Так, вот здесь лучше эту хрень не использовать. А вот использовал, нормально. Нормально. Сейчас главное пройти эту хрень. Нормально. Нормально. Эта хрень до сих пор в жопе горит, кстати. Я заметил. Нормально, нормально. И вот здесь на главный чекпоинт взять. Взял. Погнал. Все, нормально, зашибись вообще. Так, ну, идет там дальше наша штучка. Так, мы пока третьи. Нам надо вот этих чубиков обогнать. Чубиков эти обогнать. Обгоняем. Пошел. Давай. Оп. Оп, третий пока, но нам обгонять надо по-любому их. Обгонять их по-любому надо. Почему-то я не могу другие гонки начать, потому что у меня денег нету, круто. Надо тачки покупать, видели здесь. Надо заказать, надо купить прокачку или еще что-нибудь. Либо самому сидеть зарабатывать, как лошара. Так, ну второй круг у нас пошел. В принципе, кстати, вы заметили то, что я стал выкладывать по одному ролику уже в день? Я стал активничать. Это все потому, что я болею и не хожу в школу. На... Это что такое? Что это такое сейчас было просто? Почему? Почему я остановился просто так? За что? Дебильная GTA-шка, серьезно. Просто вот на месте взял и встал. Он меня как будто обезвредил. С этого говнаря догонять. Я его столкну сейчас. Иди сюда, говно лесное. Я тебя догоню. О, чертила. Давай, блин. Давай. Я его догоню. Yes. Нет, не yes. Блин, вот везучая зараза. А почему? На, лежай. Ой, я в монитор так ткнул жестко. Не надо эмоционировать. Эмоции сыпь давать. Кстати, GTA гоночки с вебками, кажется, будут лучше. Напишите в комментариях, как вам лучше, гоночки с вебкой или гоночки без вебки. Мне кажется, гоночки с вебкой вам больше заходят. И напишите в комментариях, хотите увидеть на моем канале скилл-тесты, вот, который Варпач снимает, там азиатские дырочки. Ну, напишите вообще в комментариях, хотите увидеть это или нет. Да, а я, как обычно, буду читать комментарии и... Извиняюсь, и прислушаться к вашему мнению. Так, ну опять это и жопа огонь. Мы вторые уже. Найс, мы одного обошли. Осталось там еще одного обойти. Будет вообще нормас. Он, походу, там вообще улетел уже. Серьезно, там улетел кто-то уже. Кто-то мне в жопу дышит.
Я не могу посмотреть, потому что я сейчас... А, во, вижу впереди. Я не могу посмотреть, потому что сзади у нас челик. Он спокойно может сейчас обогнать, если мы хоть где-нибудь просрёмся. Так что нам не нужно просираться нигде. Нигде вообще не нужно просираться нам. Мы хорошие мальчики. Мы нигде не просираемся. Мы опасные, опасные. Ага, ага, ага. Второй мы еще пока. Второй. И найс. Круто. Финишировали мы. Каким мы финишировали? Вторым. Ну, такое, ребят, такое, ребят. В общем-то, всем спасибо за просмотр. Если вы здесь впервые, подпишите на КЛПС за друзей. А с вами был Смурфик. Если вы хотите более длинные гонки, напишите в комментариях об этом. Потому что вам длинные гонки, как я понял, не заходят. По одной гоночке буду пилить. Ну, в общем-то, всем удачи и всем пока-пока. Ставьте лайки. Да. Йоу. Да.